Це вечір на восьмому, і ми повертаємось. Юр, хотіла в тебе запитати. Ти завжди в гарному настрої. Ти просто людина свято. Як тобі це вдається? Деякі секрети, дорогі глядачі, я не можу це говорити в ефірі восьмого каналу. Ну, не компрометуй себе. Наталі, ти знаєш, так хочеться, щоб це було не штучно, це стиль життя. Так набагато легше, і я дарую радість не тільки оточуючим, а іноді великій кількості людей. Я зараз кажу про певні заходи. Ну, це не самореклама, ви не думайте, просто ось так хочеться, щоб всі посміхались. Ну, супер. Але ж можна на святі побудувати бізнес. Ти про це не думав? Я зізнаюсь чесно, я думав про це, але мені здається, особисто для мене, як для творчої одиниці, так само, як і тобі, це буде, мабуть, трохи тяжко, бо ти не знаєш, це не нюанси. Це треба знати всю цю справу ось так з глибини. Це треба цьому навчитися, вивчатися. Мені здається, це мега-мега складно. Легше бути виконавцем. Але, ти ж бачив, що сьогодні до нас в гості завітає людина-легенда у цій галузі. І тому я... У тебе є можливість виокремитися і якось гарно його представити. Тобі карти. Шановні пані та панове, давайте будемо легше. Шановні пані та панове, у нас в гостях керівник івент-компанії «Слупський івент менеджмент» Сергій Слупський. Сергій Слупський – керівник компанії «Слупський Event Management», один із засновників Асоціації івенторів України, член правління, голова журі Ukrainian Event Awards. У івент-індустрії 15 років, має технічну, економічну та педагогічну освіту. Своїм свідомим вибором вважає педагогіку. Викладає івент-менеджмент у спеціалізованих бізнес-школах. Власним хобі називає роботу. Організовувати заходи став ще у студентські роки. Розпочинав із турнірів «Що, де, коли» та новорічних вечірок. Увечері на восьмому Сергій Слупський розкаже про те, як побудувати бізнес на святах. Сергій, спасибо огромное, что вы сегодня у нас в гостях. Как у вас дела? Хорошо. Как после тяжелого или у вас не тяжелые дни? Ваш бизнес связан с весельем, с интересными событиями. Как вы вечером расслабляетесь, снимаете стресс? Есть какие-то секреты? Вы знаете, скорее, это миф по поводу того, что у нас такой вот легкий, веселый бизнес, где шарики. Часто слышу от девочек, которые приходят почему-то чаще всего из Института культуры, все такие, боже, как мы мечтаем работать в ивент-агентстве. Это же так круто, создавать что-то. Нести людям праздник, агентство праздников. Но это такое, знаете, маленькая верхушка айсберга. На самом деле, вот я буквально ехал сюда и думал о том, что мы сейчас готовим большой проект во Львове. Европейский форум, там с 15 стран приезжают люди. Я понимаю, что вот этот вот момент вот этого креатива, он там тоже есть. Но вот количество встреч по одной какой-то маленькой детали или по одному эпизоду, который длится полчаса, у нас уже там в течение там, последних трех дней там, не знаю, 5 встреч. То есть мы настолько много инвестируем в подготовку, в анализ, там план Б, план С. То есть больше работы, ніж свято. Да, на самом деле это правда. Ответственность такая высокая, я даже не буду называть проект, но это ответственный проект, это лицо Украины и так далее. Что за проект? Форум европейских представителей одной компании. Но я про другое, про то, что это наша внутренняя ответственность. Помните, как есть прекрасный фильм «Знакомьтесь с Джо Блэк»? Так, Наталя не видела. Не, я дивився, але я тоді був... Очень рекомендую. Прямо, знаете, вот фильм можно разобрать на жизненные цитаты. И вот одна из цитат, давай. Там магнат из вашей сферы, он медийный магнат, и он сказал, что готовить и подавать новости – это честь и ответственность. И на самом деле это огромный вот кусок ответственности, потому что то, как ты сделаешь, ну, так оно и будет. И у тебя нет возможности что-то, как у вас там, переснять. Да, или сказать стоп-кадр. То есть мероприятие не имеет возможности не остановиться. Це театр, це вистава, це не кіно і не телебачення. Я розумію, про що ви, але ж питання все-таки. Ну, бо тут я трішки традиційно. Як ви розпружуєтесь? Знаєте, у мене є одна така тема, яку я всім розказую. І всім на собеседовании, многие люди приходят на собеседование найти работу, а уходят с такими глазами и говорят,
Ну, мы вообще не ожидали, что такое может быть на собеседовании. Я пришел к тому, что вот эта банальная фраза «сделай из хобби бизнес, и ты будешь счастливым», она на самом деле очень правдивая по своей сути. Я занимаюсь любимым делом, у меня нет разделения на работу и личную жизнь. У меня оно все настолько органично связано, что вот это нет этого момента стресса. То есть да, есть напряженные моменты, когда там клиент не слышит, подрядчик тупит и так далее, но я к этому отношусь как к рабочему процессу, и у меня нет вот этого накопившегося усталости. Бывает физическая усталость, когда ты там долго работаешь. У меня один рецепт – я сплю. То есть я прихожу и сразу сплю. Тобто так, всім привіт. Да. Я спать. І зраночку дзвіночок. А це ж дзвінки. От я просто хочу зрозуміти вас, так? Я розумію, що є підлеглі, команда, все як мається бути. Вони багато чого вирішують, але ж напряму до вас поступає досить багато дзвінків. І можу так посеред ночі, от є клієнт, ви говорите, так, заказчик тупіт. Ну, всі живі люди. І тут треба телефонувати Сергію. Перша ночі. А ви спите, відпочиваєте? Такі, з такими дзвінками. Як ви поводите себе в такій ситуації? Ну, чесно, таких дзвінків дуже давно не було. Вже немає. Ну, вопрос организации процесса. Я к этому отношусь, ну, все-таки по-взрослому, в отличие от многих вот таких вот креативных девочек, для которых это просто стиль жизни. Я все-таки отношусь к этому как к бизнесу. У нас так выстроены процессы, что, ну, если прямо не мероприятие проходит ночью, то во все остальное время мы так настроили процесс, что нам не нужно звонить ночью. Ну, бывает, да. Вот я помню, пару месяцев назад коллеги, ну, правда, не мне позвонили, но я знаю, что был звонок там в 2 ночи, там в Прилуках, что-то там случилось. Все надо говорить. Было из Киева что-то везти срочно, чтобы утром оно уже было там. Да, ну, то есть вот бывают такие, да, или что-то срочно, ну, бывают форс-мажоры, но надо кого-то поднять. Но... Вам удалось выйти уже из операционной деятельности и все-таки более стратегическими делами, развитием управлять? Частично только. Только частично я к этому иду. Это очень длительный процесс. Угу. Мы бизнес-канал, поэтому буду сегодня допрашивать вас с пристрастием. Отлично. Нам нужны секреты, советы. Наталья будет так распытывать. Я буду про счастье, про свято, тогда про шарики. Я о цифрах. Хорошо. Вы сегодня в топе компаний. Начиналось все лет 15 назад, если я не ошибаюсь. Да. Вот на сегодня вы уже себя считаете успешными и то, что добились того, что себе, какую цель себе ставили? Нет. Нет, еще есть куда расти. Хорошо. Однозначно. Тогда начинаем сначала. Как возникла идея? Почему именно это направление? И тогда было ли это популярно в Украине? Тогда! Тогда. Оно было всегда востребовано. Просто... Но готовы ли были тогда за это платить? Это вот минус 15 лет назад, Украина. Вы знаете, тогда просто было меньше предложений на рынке, чем сейчас. Тогда только все начиналось, и мы были одними, ну, то есть мы не первые были, но одними из тех... Но ниша еще была свободной. Ну, она и сейчас еще свободна. Да вы что? Да, да, однозначно, конечно. Предложение намного не доходит до того уровня спроса, который есть. Просто оно очень стало, я бы так сказал бы, сегментированным. То есть 15 лет назад все делали все. Сейчас все-таки появилась специализация. Угу. Это достижение 15 лет. Хорошо, еще... вы тогда, когда начинали, за какие сегменты брались? Ну, по-честному, да, по-честному, то есть к вопросу, почему у меня все органично, потому что я всегда этим занимался. То есть я со студенческих лет что-то организовывал. Дружеские вечеринки. И, наверное, лагеря, еще все эти фестивали внутри. Я просто в лагере работал, он с тобой были. Карнавалы. Ну, я вот, да, эта тема как-то прошла мимо меня. Вот я не был никогда там вожатым. Вот, хотя всегда мне хотелось, но как-то... А вы же можно уже было бы на тому гроши робить, правда? Люди все за идею, и вы уже в себе думали модель бы бизнес, правда? Ну, вот, опять же, моя история такая, что я это делал вначале не за деньги. То есть я был координатором в Европейской ассоциации студентов, отвечал за Восточную Европу. И все, что я делал, было почти то же самое, что делаю сейчас. Только это было, знаете, вот на энтузиазме, на мотивации. Мы идем в Европу, мы возили сюда европейцев, и я организовал поездки в Европу, конференции, вечеринки. Угу, по обмену студентами, да? Вот ну, эти это истории? И обмен, это скорее бы, как бы культурное общение. Угу. Да. То есть вот это и есть интеграция на молодежном уровне. Эти люди, которые 15 лет назад этим, 15 и 20 лет назад этим занимались, потому что я там 20 лет назад был, они сейчас все стали...
кто-то пошел в правительство, кто-то стал бизнесменом, кто-то работает в больших корпорациях. Вы знаете, это вот как у этого Фондорина, вот эта вот сеть. То есть оно на самом деле очень сильно влияет на наши умы. Все люди из моего окружения, которые из того периода, это люди, которые, ну, знают английский. Они, знаете, такие, может быть, они не власть имущие, но они проактивные. Поэтому это была очень хорошая школа, и первое время, я помню, первые клиенты были из тех кругов. Я помню, наш первый клиент большой, это Procter & Gamble. Косвенно это было из того времени, когда я начал организовывать вечеринки. Вот, подсмотрел, я организовывал как это называлось, когда вот это вот, господи, как это, переход столетия в столетие. Миллениум. Нет, там было какое-то такое название. Как? Когда вот 99-й Юра, приходил 2000-й. Юра, тогда я в другой класс ходил. Ты сейчас меня ставишь на положение. Я был рад, что богато 9-й изменится. И 3-0. Какое-то слово было, когда вот типа менялось столетие. И мы вот организовывали в Голландию эту вот вечеринку. И там я подсмотрел, думаю, у нас такого нету, никто не делает. И вот мы в Киеве такое сделали. И потом 5 лет подряд был просто аншлаг. Каждый год мы это повторяли, потом уже устали и бросили. Идея очень простая, как сейчас, а тогда это было 20 лет назад. Значит, это была тема all-inclusive вечеринка. То есть человек платил на входе там, знаю, $50 и всю новогоднюю ночь вообще не парился ни про еду, ни про алкоголь, гулял, тусил, там всякая развлекательная программа. Да, вот мы это посмотрели в Голландии. И вот сделали такое в Украине, это был просто бешеный успех. Мы думали сначала сделать мероприятие для своих друзей, потому что я не люблю кислоту, а тогда было только клуб «Ультра» и же с ними. И некуда было пойти на Новый год, а с мамой уже с Оливье не очень интересно. І, в общем, да, вот так вот все пошло. Ви відразу стали як одиниця на івент-ринку? Чи партнерська історія була? Можливо, в якійсь компанії більше, якої було досвіду? Чи як це відбувалося? Не відразу? Ну, да, ми з моїм другом вместе вот как-то так сошлись на этой темі. А, вот. То есть ви ні у кого-то учились, ви сразу партнерський свій бізнес создали, да? Тобто ви не працювали ні в якій компанії? Ні, ніколи ні у кого не працював. Ага. Ну, то есть я студенческі годы там пару місяців в одному місці, пару месяцев я, ну, то есть это такая была работа, да, такая, кстати, я сейчас знаю, чем я занимался. Тогда это просто была организация промо-акции, мне надо было собрать промоутеров, напечатать. Раздать им визитки, это сейчас я уже знаю, что это BTL. А тогда таких слов никто не знал. То есть мне сказали, так, слушайте, нужен какой-то парень, который может в короткие сроки что-то там, да, там организовать это все. И там моя одноклассница, которая там работала, говорила, ну, а так он Слупский. Сейчас он позвонил. И реально, я помню, ну, то есть... То есть вы с позиции супервайзера, да? Я супервайзером я был тогда, да. Класс. В общем, вот прикольно... Когда поняли, что это может быть прибыльным, успешным бизнесом? Был вот этот какой-то переломный момент? Ну, слушайте, вот прямо прибыльным, успешным бизнесом это пришло намного позже. Это пришло там 10 лет спустя. Вначале, первые лет 5 это просто было... просто шли, потому что верили в идею, потому что было, да? Интересно. То есть вот я всегда слушаю внутренний какой-то голос, то, что называется, или какой-то вот что-то, что, ну, сильнее, чем я не могу этому сопротивляться. Вот мне всегда было интересно делать то, что мне прет. Сначала это были вечеринки, потом я подустал, ну, или вырос просто из этого, и у меня уже вот это... Уже не это, да. Вот поэтому вот мы ушли в бизнес. Потом клеточная память опять вернулась в те времена, когда я организовывал по всей Европе поездки. А в определенных кругах, я думаю, до сих пор я известен как человек, который в 2000-х организовывал много поездок за границу. Я подсматривал, но потом я это, ну, мне кажется, доводил до более высокого организационного уровня, и поэтому это стало... Но в турагентство вы не переросли. Так, а что это за поездка была? Какого рода? Представляете, смотрите, значит, интернета тогда не было. И, понятно, никаких соцсетей, я ничего. Застала это время. Да, значит, представляете, значит, я говорю, давайте... Ты нет, я понимаю. Была возможность, вы не застали время, когда с визами было сложно. И была через эту организацию возможность получить визы студенческие. Типа мы едем на студенческую конференцию. Значит, я вешал объявления в университетах и говорил, а давайте махнем на неделю в Европу $150. Я за эти деньги, ну, то есть я аккумулировал эти деньги, снимал автобус, решал вопрос с визами через эту организацию. Мы иногда ехали на какую-то конференцию там двухдневную, остальное время, ну, то есть только открылся занавес, только у людей появились первые эти $100, которые можно было за $100-$150, можно было на неделю махнуть по Европе, типа там Берлин, Париж, Брюссель, Вена, Амстердам и так далее. То есть мы, типа, я придумал схему, когда мы каждый день переезжали в новый город, ночевали в автобусе,
По этой схеме сейчас многие турагентства работают. Это, вы не запатентовали, схема, да, идею, я так понимаю? Ага, это был такой вот, знаете, период. Это перла такая тема. Я, за 3 года, лично я, мне просто было самому интересно, я нашел способ, как бесплатно ездить по Европе. И там денег, я не зарабатывал, это было покрытие моих расходов. То есть это не коммерческий был проект, а он мне давал возможность самому ездить и, покупать бургер где-нибудь в Берлине или пиво в Брюсселе. То есть он не приносил денег, которых можно было там копить. Но при этом это давало вам вот как поездка телепортом, да? Вы видели то, что будет лет через 15 у нас, и давало возможность немного себя переключить. Знаете, нет? Я не знаю, можно ли так делать. Если кто-то умеет, это очень высокий уровень. Тогда точно это было неосознанно. Это что? Какая-то сила просто через меня вот так вот это так проявлялась. Вот мне пришло, знаете, как во сне. Я где-то увидел, докрутил в голове, и говорю, так давай вот так вот делать. То есть иногда я брал кого-то в помощники, иногда, достаточно найти было 5 человек, которые своим друзьям говорят, алло, слушай, тут такая шарка, 150 долларов, там Париж, все, куда сдавать деньги? То есть вот оно вот так, как снежный ком, и за пару дней набирался целый автобус. Кстати, автобус активных молодых людей ехал в Европу. Каждый день новый город. И это, конечно, драйв еще тот. Мы со многими дружим, прошло 20 лет. Зараз за 150 доларів тяжко в тур в Вінницю з'їздити. На фонтани посмотреть. Але от, пане Сергію, оскільки ми говоримо про бізнес, мені то дуже чужі речі. Ви сказали, що буквально ось такий прибуток хороший, який можна себе позиціонувати топовим, так? І івент-агентством 5-10 років ви говорили, так? Приблизно. От було задоволення, все круто, то ви говорите, для себе, поїздки, тур, все. Коли от пішли, давайте я так буду говорити, дуже крутяцькі замовлення, на яких можна було робити шоу, гроші, команду. От що перше таке було? Те, що ви говорили, Procter & Gamble, це ви ще були, Це перший взрослий опит, тому що Procter & Gamble нас, я би так сказав, навіть не навчив, а подтянув під свої стандарти. Вони зараз є вашими клієнтами постійно? Зараз нет. Окей, добре. 10 років пройшло, і от що було? Що сталося? Що ви провели? Що ви організували? І коли люди розуміють, що так, це Сергій Слуцький. Знаєте, у нас в компанії є таке негласне правило. Я всіх нових співробітників, кстати, я сейчас говорю, и интересно будет перепроверить, а все ли это сделали. Я всех обязываю посмотреть один фильм на эту тему, на тему вашего вопроса. Фильм называется «Мечты мастера Дзиро». И снова вы смотрите на меня. Я не видела, я посмотрю, это клянусь. Большинство я людей... тоже не бачу. Да, Юра даже не бачу. Фильм про мастера суши, которому там под 80 лет, который владеет маленькой забегалкой. То есть вот нашего уровня это такой, знаете, маленький кофешопчик. То есть он маленький, на 10 посадочных мест возле барной стойки. Это самый дорогой ресторан в мире. Там 3 мишленовских звезды. Да 3. И он ничего не делает. Почему он самый дорогой? Потому что время обслуживания очень короткое. То есть там, условно говоря, ты платишь, 200 евро, и тебе это суши при тебе делают, и это, длится там 20 минут. Поэтому при пересчете на время это и там поток, это самый дорогой. Я так думаю, что он самый дорогой. Не потому что цены высокие, а потому что там быстро все происходит. Так вот, фильм о том, как он подходит, его философия бизнеса. О том, что любой бизнес, как и любой ребенок, который растет, любое дерево можете перепроверить. Все настоящее, все сильное, долго. И вот там есть, если посмотрите, если... то там вы послушаете интервью с его учениками, которые рассказывают, что в отличие от нашего современного мира, когда говорит, так, 5-дневный тренинг, и вы крутые профи. 10 лет на то, чтобы его допустили к суши. Он 10 лет учился жарить омлет. 10 лет. Оно естественно так происходит. Ребенку в 10 лет можно что-то серьезное поручить, а в 5 еще нет. Так я в 5 в школу пошла. В 5 в школу? Да. В 16 в институте училась.
Ну да, не рассказывай. Ну, пока нормально. Еще нет успешного бизнеса. И теперь начало немножко меняем красивое. Ракурс. Наталья, расскажите, как там у вас было? Мне интересна ваша история. У меня пока это все достижения. Поэтому я думаю, что оно и как-то вот не по плану было. Что-то накопилось, какое-то количество ивентов, то есть прошло какое-то количество ситуаций, которые можно уже, скажем так, отсортировать и какой-то опыт из этого сделать. Знаете, как вот какая-то статистика, что ли, да, или какая-то критическая масса чего-то, чтобы ты принял какое-то решение, понял, что вот в подобных случаях надо делать вот так вот. У меня вопрос еще можно организационный? Да. На этапе становления бизнеса один из самых сложных вопросов, мне кажется, это формирование команды. Как это было у вас? Тем более, мне кажется, работать с творческими людьми, но это самое страшное, что может быть. Они все воздушные, не от мира сего. Как были ли вот эти моменты, когда пришлось отсеивать, когда разочарование в людях, возможно, в своих каких-то близких друзьях, партнеров? Как у вас это было? Вы знаете, вот таких вот прямо творческих и неадекватных людей было очень мало. Дякую. Це в нас. Ага. Да, мне кажется, что ивент – это такая специфика, когда там вот стопроцентное творчество, там, оно там, и не нужно, а, б, оно там и не приживается. В смысле, вот людей, которые, знаете, совсем странненькие такие, вот, они туда, если попадают, то как-то быстренько уходят. Сами по себе. Да, потому что там много есть напряжения, да, которые, они же творческие, да, а вот это вариант, типа, он художник, сегодня, он так видит. Да, или, типа, клиент, да пошел он. Сегодня там нет такое, музыки. Да, не прокатывает. Ага, все-таки у вас бизнес есть бизнес. Ну, потому что мы же по-честному это делаем не ради творчества. Мы это делаем, решая какие-то задачи клиента. И неважно, если какое-то агентство делает свадьбу, а мы делаем конференцию, то всегда есть какая-то цель. Да? И есть кто-то, кто решает инвестировать деньги именно в это, а не в другое. Соответственно, он приходит к специалистам и говорит, мне надо как-то так. У нас один из часто задаваемых вопросов от зрителей. Я начинаю свой бизнес. Как мне заявить о себе? Допустим, тендер, презентация. Я начинающий на рынке какой-то игрок. И у вас явно тоже это было. Как клиенту вы доносили, что вы это сделаете круто? Вы демпинговали или выбирали креативом? Что было у вас? Ну, мы начинали в те времена, когда еще в лес можно было вывозить. Да и сейчас? Да и сейчас, говорят, там тропинки есть. Эта схема. Да. Если серьезно, то я думаю, что нужно немножко отмотать назад и задать главный вопрос. А почему люди открывают свой бизнес? Поверьте, я уже могу диссертацию написать по статистике, сколько людей, которые приходят на собеседование, устраиваются на работу ивент-менеджеров, сколько из них хотят открыть свое ивент-агентство. Свои справы, чтобы не працювати? Как вы думаете? Я думаю, много. Ну, мне кажется, пытаются открыть, но ничего не получается. Да. Людей на вопрос, а как ты видишь свое будущее? Ну, конечно, я не знаю, когда, но обязательно в конце своей карьерной лестницы я открою свою... Сейчас вы меня чуть-чуть поднатягаете, да и это, заставлю вам конкуренцию. Это, на самом деле, глобальная проблема нашего с вами общества. Ну, и я не про Украину вообще, про всю планету. А чему это погано? Ну, потому что это иллюзия. То есть люди живут в иллюзиях. Им рассказали, что круто не работать на дядю, а делать что-то свое. Что это венец вообще жизнедеятельности человека. А далі, як знайти своє призначення у житті, щоб життя було легке і з грошима? Я на втором курсі тільки осознала, що, наверное, я пішла не туди. Ти сама це... Подсказки і родителям, і молодим. Я зрозумів, що я творити не буду. Наприклад, Гончар вміє там... Я історик. У чому небезпека тренінгів? Я був на одному тренінгу. Мене так змотивували. Я прийшов, поприбирав шкафу і все. Я вмію організовувати людей. Я ж з івентів, а не з Володимирського ринку. Та чому тімбілдинги, за які власники бізнесу платять величезні гроші, іноді можуть нашкодити компанії? Це ще неплохий тренінг був. Обично за двері, коли виходять, вже все. Да. Ви маєте це побачити. Все найцікавіше за кілька хвилин. Друзі, а ми обов'язково повернемося до нас в студію після випуску новини «Спорт». Дочекайтесь. Музика.
Пане Сергію, ми з вами товаришуємо в Фейсбуці, ви до цього моменту, мабуть, не знали. Ну, це життя, так? Я слідкую, і у вас, я не знаю, як то називається така річ, тренінги. Ага. От, і по Україні, і не тільки, так? Ви читаєте оці презентації. І ви от сказали в інтерв'ю, що прийшли п'ятидневний курс, так? Не працюєте на дядю, у вас все хорошо, підняли праву руку, все, захід вдався. Повір себе. Да, повір себе. Мотивація, яка мотивація? Це деньги. От скажіть, будь ласка, от, тільки признайтеся чесно. Що ви розказуєте? Ви є спікер, так? Ну і всі знають, ми йдемо слухати пана Сергія Слупського. І сидять ці молоді, ті, що хочуть власне агентство. От скажіть, ви їм розказуєте, окрім реальних порад, ви знаєте, воно їм допоможе? Чи ви ось так просто досвідом відбули і поїхали? Ну розумієте про що? Це допомагають оці саме тренінги? Я був на одному тренінгу. Мене так змотивували. Я прийшов, поприбирав шкафу і все. І на цьому моя мотивація закінчилась. Це ще неплохой тренінг був. Я знав. Обично за двері, коли виходять уже все. Він був в Харкові, просто я їхав, мотивував себе так. От ви приходите, ви дійсно хочете допомогти ось цим людям, які дивляться на вас вже як на ікону івент-індустрії? По-чесному, у мене нету прямо таких турів, де я виступаю як спікер. Це дуже нечасто происходит. А я би хотів, кстати, щоб це було чаще, тому що мені є чим поділитися. Я чувствую, що я вже накопив стільки всього, що треба вже цим починати ділитися. Ну, я ділюсь, но мало. Меня оно все еще распирает. Так вот, я точно знаю наверняка, что не все меня услышат. Я к этому отношусь спокойно, с пониманием. Ну, то есть, вот из 100%, ну, если услышат там 5, это, ну, это хорошо. И это не моя зона ответственности. Моя ответственность поделиться тем, что я знаю. А у людей уже, ну, кто-то услышит, кто-то не услышит. Сієш зерно на асфальт, хто скотиться, проросте, буде бенч. Вот, потому что люди, не все люди рождены бизнесменами. Это очень легко произойти. У нас была отдельная программа об этом. И мы как раз рассказывали о том, что топ-менеджерам крутым, наемным сотрудникам, иногда даже быть круче, чем бизнесменам, когда ты глубоко в долгах. Исполнителям иногда быть круче, если это твое. Потому главный вопрос, который, вот я говорю, немножко надо назад отступить. А какая цель? И люди же, ну, как бы, они рады обманываться, им рассказали что угодно, всякие мотивационные спикеры. Я там, ладно, всю эту тему не будем. Это отдельная тема. Три вопроса. Это же девочки, отвечают, которые приходят, им 25 лет, и она уже гуру чего-то там рассказывает. И она думает, что на Бали будет сидеть и давать в козельке, правда? Ну, к вам еще выпускники не приходили, журналисты с короной, которая цепляется о потолок. Да. То есть не все звезды к вам идут, остальные к нам. В общем, простой есть тест, который я считаю, что, опять же, я пропустил это в своей молодости, и в нашем поколении такого никто не знал и не говорил. В общем, те, кто знал, не говорили. Я бы так сказал, что вначале надо определиться, какой ты человек, что у тебя, ну, какой талант тебе дан свыше. Как это не назвать? Предназначение, смысл, талант, дар Божий, неважно. Как это понять? За и против писать? Что у тебя есть от природы. Вот что-то, что тебе дано. И это каждый человек знает. На самом деле, вы если перепроверите по себе, что-то в детстве вас, например, вдохновляло больше других. Всех, например, там, всем нравились вот это, вот, а вам вот это. И у вас это естественным образом к этому интерес. Знаете, как дети же, они вот по детям можно перепроверить. Они же ничего не знают, что я мальчик, а я девочка. Но одной рука тянется к кукле, а у мальчика к машинке. И это не потому, что мы сейчас в Европу идем, есть и другие варианты. Ну, это у них там есть другие варианты. Это же уже ответственность каждого из нас, к чему своих детей учить. Так вот, задавать этот вопрос себе нужно на каких-то ранних стадиях, когда так называемая профориентация происходит. Вообще-то, по-честному, это, конечно, ответственность родителей. Потому что, ну, что ребенок в 14, 15, 16 лет, что он знает? Он вообще ничего не знает. А коли підказують? Я 16, поступая в институт, 15-16 это лет было, я на втором курсе только осознала, что, наверное, я пошла не туда. Ты сама це дізналася? Да, сама поступила? Какой... Твій вибір був? Да. Ну родители подсказали. Ну, родители кажуть, подсказали. Вот вони підказують. Це ж можуть зробити зло. Вообще, батьки говорят, ну, слушай, сам решай, ты взрослый парень, давай решай. Ну, а на самом деле это ответственность родителей 100%. Так вот, подсказка и родителям, и молодым. Определитесь, что у вас в жизни больше всего получается. Я вот пока ждал сегодняшнее интервью, я даже хотел задать вопрос, а что вот, какая ценность или какое качество в этой профессии, что этот человек умеет делать? Например, гончар умеет там... Я историк. Ну, это я сейчас не к вопросу, но вот задайте себе вопрос, а что я на самом деле умею делать такого? Ну, например, журналист, ну что делает? Можно же
По простыми словами описать. Мы несем пользу. Нет, это общие слова. Нести пользу. Да, Натали, быть ценным. Ну, а что физически мы можем зарабатывать рейтинг и вот я, например, я умею организовывать людей. Вот я себе дал честно отчет, что я это умею делать. То есть, если мне меня высадить на каком-то необитаемом острове, я могу организовать людей где угодно. И это не потому, что я такой крутой и много лет этим занимаюсь. У меня всегда это было. Вот честно. Я просто раньше это не осознавал. Я даже, когда был капитаном команды, что и когда, я задавал вопрос всем. Слушайте, а чего тут я капитан? Ну, слушай, каждый из нас может быть капитаном. Все такие, не-не-не. Не боялись на себя ответственность, значит, брать? Я не, у меня даже таких мыслей не было. Ага. Это было как-то молодой и дурной. Я об этом не задумывался. Ну, у меня, естественно, текло. Ну, типа, ребята, алло, встречаемся в 6. Там, едем на чемпионат в Гомель. И когда я говорю, слушай, так а что я капитан, что я рыжий, давай ты будешь. Не, давай ты, мы типа тебя будем слушать. Хорошо, вернемся к бизнесу. Сегодня вы в топе. Сегодня. Я, кстати, не досказал, а вы видите, вы проскочили этот момент. Расскажите, пожалуйста, Сергею, так, я доступаю. Я думала, это один вопрос теста был, найти свое предназначение. Нет, так дальше а как? Еще есть? Ну, это, знаете, задай себе вопрос, типа, давайте какой-то я буду помедитирую, найду своє призначення. Як це зробити? Мені здається, от Наталі, от пане Сергію, мені здається дуже просто. Це треба, щоб людина була не тільки розумна, а й розуміюча. Так, ось, давай все-таки тоді узнаємо, як узнати своє призначення. Ось, будь ласка, дивіться, є люди, от якщо ми зараз говоримо про івент, так, є творці. І ті, що говорять, що ми теж будемо творити, це дуже круто. Але я тільки виконавці. Я для себе вияснив. У мене теж є івент, я такий організовую на 20 чоловік. І буває. Президента. Президента. І коли мене запитують, а давай то. Я кажу, ні, сорі. Кажу, я є творча одиниця. Є люди, які то зроблять. А, ну окей, знаєте? Тобто я зрозумів, що я творити не буду. Хоча б хотілося, ти розумієш перспективу, так? Є куди рости, але я зрозумів, ні. Я буду виконавець, і мене це влаштовує. Абсолютно. Хороші виконавці, исполнители можуть зарабатывать в рази більше, ніж плохі управлінці або владельці. І прикладів множество. Скільки бізнесів закрилось? А це значить що? Це значить ноль. Если тот может зарабатывать условную 1000 в месяц, то этот зарабатывает ноль. Так кто больше, кто круче? В лучшем случае нулевой владелец в минусе. Да. Чем просто выкономить. А поэтому вот иллюзия, которая, к сожалению, пока что доминирует в нашем обществе, это то, что надо вот стремиться к этому. А на самом деле надо стремиться делать то, что тебе предназначено. Потому что найти хороших исполнителей очень тяжело, очень тяжело. Ну, вы можете перепроверить. Найти адекватного, как говорили в одном анекдоте, не пьющего там сантехника гораздо сложнее, чем найти там посредственного какого-то там управленца среднего звена. А я так считаю, что счастливые люди те, которые не поддаются вот этому общественному мнению и не прутся в руководители, которые не стремятся заниматься не своим. А, к сожалению, таких большинство. Я поэтому, когда нахожу таких, которые вот на своем месте и счастливы, я прямо вот чуть ли не автограф беру, потому что таких людей так мало, которые не поддаются, у которых есть стержень заниматься своим. Закончите вы этот тест. Как найти свое предназначение? Там, наверное, еще шаги есть. Ну, знаете, я когда-то, помню, на Фейсбуке давным-давно сделал какой-то пост. Тогда я был еще глупее, думал, что кому-то это будет полезно. Значит, я лайкну. Ну да, я не про тот пост. И вот пост был про то, как девушке выйти замуж. А это на самом деле жизненный и очень актуальный вопрос для очень многих женщин. Очень актуальный и вечный. И есть только три пути на самом деле. Да, это ладно. Первый вариант. Это активно искать самой. Неважно как, активно искать самой. Второй путь – это не искать, а ждать, пока тебя найдут. И третий – это обратиться к кому-то, кто решит этот вопрос. Ну, кто, условно говоря, все разрешит. И все три способа абсолютно адекватные, рабочие, зависит просто от конкретной девушки. Вот. Но на самом деле это всегда так было. То есть всегда был кто-то, кто решал эти вопросы. То есть это родители могли быть, там, сестра отца, какая-нибудь, какой-то родственник, дедушка. То есть то, что для нас сейчас считается диким в нашем мире, да? Как это там? Я же не какая-нибудь там, как в Индии или в мусульманской стране, что значит это в паранже и до свадьбы не видеть человека. Да, есть, прямо выпускного за устричь, любовь. Эту же схему можно повесить и на ваш бизнес. Да, я сейчас подвожу к тому, что такой же принцип. Ты можешь сам искать, ты можешь ждать, пока оно придет тебе, это предназначение, а можешь обратиться к кому-то. Ну, в идеале это там как родители,
или к кому-то, кто знает больше, чем ты, обратиться, чтобы тебе подсказали. Ну, поэтому все эти коучи, тренеры и процветают, потому что люди в большинстве своем не знают ответа на этот вопрос, а те им подсказывают. Смотрите, на сегодня для вас какие перспективные направления? Для меня лично. Для вашей компании. Вот хороший вопрос, потому что это очень важно, и важно сделать акцент. Вот для меня будут эти перспективными направления. Но компания для другого будут другие. Это очень зависит от того, кто ты. Угу. Потому что нету такого, что всем сейчас выгодно заниматься, ну, не знаю, конференциями, или всем сейчас выгодно заниматься поездками за границу. Это вот очень зависит от, от твоего таланта. Вид керівника, напрямую, может быть. Да, но в компании всегда есть кто-то, кто направляет вектор компании. Угу. Да. Для меня сейчас этап, когда мне интересно вновь реанимировать то направление, которое мы начали в 2012 году, а именно въездные мероприятия в Украине. Мы тогда очень сильно эту тему развили. Мы поехали в Москву, сделали там презентацию «Ивент возможностей Украины», собрали там, по-моему, около 40 агентств Москвы, скооперировались с местной ассоциацией, создали реально такой движ, успели открыть представительство в Москве, ну и после определенных событий все это заморозилось. И сейчас Украина потихоньку, то есть я наблюдал со стороны, сейчас я вижу, что она размораживается. Я считаю, что это с нашим опытом, то есть мы объединили в себе вот ивент, опыт и туристический, и могли тогда и сейчас можем делать продукт, который сильно отличается от того, что есть на рынке. То есть чаще всего это что-то обычное, стандартное, экскурсия, мастер-класс, вареники полепить. И поехать там, не знаю, в Мамаеву-Слободу пройти экскурсию про казаков. А чаще всего это очень стандартный классический бизнес. В чем ваша уникальная история? А нам интересно делать то же самое, но только настоящее. Я неделю назад вернулся из Ирана. Вот я организовывал поездку в Иран. Но вы знаете, главный месседж с Ирана такой. Там осталось то, что мы потеряли. Нефть? Люди. Люди там настоящие. Там остались те настоящие, имеется в виду то, что естественно от природы нам всем дано, а здесь оно у нас настолько припорошило, что мы уже даже этого настоящего и не видим. А вот там вот люди-то все другие. А я много где был. На каком-то примере приведите? Пример относительно бизнеса. Мне интересно заниматься настоящим, потому что жизнь бежит, конец, в смысле, мы все умрем. Дякуем. Относитесь к этому спокойно, как факт. В смысле, с большой вероятностью завтра солнце зайдет утром. А может и в обид? Да, может быть, но, скорее всего, утром. Так вот, если к этому относиться как к чему-то конечному, то очень важно, чем ты занимаешься. Я считаю, что лично я свою жизнь не хочу растрачивать просто так. Я хочу что-то, сделать важное и ценное. И это может быть только в контексте настоящих вещей. То, что мы называем подделкой, например, какая-то китайская копия пластмассовая чего-то. А если ты берешь что-то в руки и думаешь, вот это настоящая вещь. И это сделал мастер из какого-то хорошего материала. Так же и про бизнес. То есть можно заниматься настоящим, а можно заниматься туфтовыми какими-то, тимбилдингами. Давайте возьмемся за руки, мы вся команда. Вот сейчас мы вам выдадим по ожерелью, будьте индейцами. Поверьте, и процентов 80 рынка это делает. И это адекватно их парадигме. Мне просто это настолько не близко, что меня аж воротит это все. Хотя, по-честному, 10 лет назад и 15 лет назад мы с этого начинали. Мы в индейцев играли, клад искали, рыцари. Что мы только не делали. Но мы этим насытились и поняли, что, когда ты долго чем-то занимаешься, как мастер Дзиро, ты доходишь до сути, до центра. И вот в этом центре там настоящее что-то. Я знаю опыт людей, которые, то, что в социальном мире называется, просветленные. Так вот, они, когда я им задал вопрос, а что это за состояние такое, они говорили, ты проходишь какой-то этап, когда ты уже не можешь по-старому настолько, что ты умираешь. Вот, только когда у тебя есть ощущение, что тебе так плохо, что ты умрешь, только тогда начинается трансформация, тогда ты уже обрезается путь назад, ты уже тем не можешь заниматься. Так и здесь. Вот заниматься не настоящим, у меня аж внутри вызывает настолько дискомфорт, что... Приносит-то деньги, я более чем уверена, не настоящее.
У меня есть по этому поводу теория, которую я проверяю в своей жизни, и которая пока что дает только положительные подтверждения. Важно не то, чем ты занимаешься, а важно, чтобы это соответствовало тебе. Потому что и те, которые этим занимаются, они, ну, просто на своем уровне это делают, и им это приносит почти те же деньги или такой же успех, как и мне, который занимается очень маленьким, узким каким-то сегментом. Важно, чтобы оно соответствовало мне как личности и моему какому-то моему внутреннему состоянию. Я это перепроверяю, ну, не знаю, мне очень легко. Я не знаю, может быть, каждому так легко, и я так сейчас так такую браваду про себя говорю, может быть, это каждый внутри так чувствует. Дадите совет, как перепроверить. Ну, вот у вас такого не было, что что-то делаете, а внутри как-то аж нехорошо? Пока вот это ощущение нет. Как-то вот так. Я разумею, прошу. Или наоборот, ты делаешь, и тебя это аж как-то внутри, ты аж сияешь. Вот это и есть перепроверка. Ага. Это внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение надо ловить. Оно комфортно или некомфортно? Оно внутренний голос, когда, знаете, что говорят, там, как это, голос совести какой-то. Что-то говорит, не, типа, не делай, не делай. Бабки, бабки. Но мне кажется, к этому можно прислушиваться, когда уже, ну, заработал каких-то денег, когда хочется кушать и смотрит голодный штат. Ну, как считаете? Наверное, идешь и на ненастоящее и развиваешь бизнес. Ну, просто это, мне кажется, это вопрос каждому, зрители, к чем нас мы готовы. Смотря, у вас были периоды, когда, ну, там была нехватка клиентов, или вот нужно было закрывать какие-то важные расходные статьи, а вот, ну, тишина, рынок стоит. У нас не было. Не было? Супер. Ну, вот, Я сейчас у вас буду спрашивать советы, как быть таким фартовым. Ну, наверное, это действительно правда. То есть что-то я как это наработал в каких-то предыдущих своих жизнях. Супер. Ну, что-то, да, ну, можно назвать это фартовостью, но у меня не было таких случаев, и когда мне говорят про 2009 год страшный, боже мой, как мы выжили, когда рассказывают про 2000, вот какой-то вот 13-14, что все, рынок упал, я к этому так отношусь. Если я умею что-то делать, и делаю это хорошо, то я не должен сильно смотреть на клиентов и заискивать. Ну, то есть, в смысле, вот знаете, какой-нибудь есть мастер, который mm-hmm. просто делает там, просто круто там, не знаю, делает какой-то салат. Вот у нас под офисом внизу два узбека делают шаурму. К ним люди на машинах приезжают со всего города, и явно не потому, что она стоит там, не знаю, там 40 гривен, а потому что она мега вкусная. И они ничего не делают, они эту шаурму... Они просто роблят. Да. Просто и она реально вкусная. Я человек, который не ест это, но иногда я захожу, я ем. Я это не ем, я позавчера ела, да, шаурму, мне так захотелось. Это, ну вот у них это вкусно. Это к тому, что если ты это делаешь, ты не должен сильно заморачиваться вот этим внешним. Да? То есть ты просто делаешь хорошо, ответственно свое дело. И по поводу, как быть фартовым, я думаю, что не надо просто, ну, вот, вестись на вот эту вот тему, ну вот, надо расти. Вот в Иране, кстати, у них mm-hmm. это ощущение, люди просто живут жизнь. Они выходят утром, идут, ну, не знаю, на работу, вони, по каким-то делам. Они не ходят, они насолоджуются. А у них нет этого ощущения. Давайте все, значит, там какая-то лавочка, все, значит, завтра две, послезавтра, значит, в том городе открываемся. Они просто делают свое дело. И мне кажется, что это вот и есть то настоящее, естественное, которое мы утратили. Это и есть жизнь, а то, что у нас, это, ну, это такая, знаете, фантасмагория или какая-то, не знаю, экранизация утопического романа. Потому что вот эта вот тема «я хочу больше», если тебе соответствует, оно тебе придет. Таке відчуття, що, мабуть, на наступну поїздку, коли ви будете організовувати Іран, ми повинні там бути, я так розумію, ви все до того будете, так? Ну, я не знаю, буде ли це прямо поїздка в Іран, тому що мир большой, но пример був з Іраном, во-первых, це було недавно, впечатлення ще свіжі, і я попробував, ну, в Ірані, кстати, дуже легко, у них там запрещен Фейсбук. Вот, ой, слава богу. Да, я вот сколько, 13 дней я жил без Фейсбука. Слушайте, я вот неделю вернулся, я как-то так на автомате захожу, ну, понимаешь, что мне что делать, и выхожу. То есть вот за 13 дней мне уже даже привычка такая, оказывается, можно жить без Фейсбука. Но у меня нету и телевизора, и я думал, что этот Фейсбук – это единственное окно в мир. Оказывается, и без этого можно. Я гадаю, що в Ірані, скоріш за все, не знаю, як українські інші телеканали, але восьмий показують, правда? Да. В Ірані 100%. Я напоследок хочу от вас совет. Стоит ли стартовать в ивент-бізнесі? І це актуально тільки для столиці, городов-мільйонників, либо можна пробувати в провінціальних городишках? Ваш совет.
Ну, смотря с каким ивентом. Например, вот то, чем мы занимаемся, наверное, возможно, только в Киеве, если говорить про Украину. У нас есть специализация, мы занимаемся организацией, ну, там, мероприятий для бизнеса. То есть мы решаем задачи бизнеса. Разные задачи, вот командообразование, пиара, мотивации, поощрение, ну, неважно. То есть мы сфокусированы на бизнесе. Из того, что я знаю, полноценно как бизнес существует только в Киеве. В силу того, что у нас страна централизована, бизнес централизован в Киев. Если говорить про другие направления, свадьбы, отлично, там в Одессе, во Львове, я знаю, есть ну, хорошее свадебное агентство, у них есть спрос. Говорить про более мелкие города, ну не знаю, мне кажется, возвращаясь к вопросу, оно само приведет человека в Киев, не знаю, куда там еще, в Рим, в Москву, в Нью-Йорк, потому что у каждого заложен от природы свой потенциал. У кого-то лавочка на базаре, у кого-то Персидская империя. Это, ну, нету одной формулы для всех. И это важно вот, к тому вопросу, что аудитория разная, кто-то меня услышит, кто-то не услышит. Каждый услышит на своем уровне. Mm-hmm. Кто-то скажет, все, империя. А кто-то... Скажи, лавочка. Лавочка, а кому-то уже пора, у него там тренинг. Або вечерняя змея. Очередной тренинг. Тренинг, да. Это все интересно, но вот завтра я иду на тренинг Дуси Ивановой, вот она расскажет, как быть по-женски счастливым. Да, супер. Вчера общался с Дашей Малаховой, которая рассказывала о какой-то компании. Ее пригласили выступить про женское счастье. И она поделилась тем, что говорит, женщины, значит, во-первых, если у вас есть мечта через 10 лет выйти замуж, значит, за какого-то богатого бизнесмена, и у вас будет вилла на берегу Средиземного моря, там, значит, такие порталы, забудьте, этого не будет. Жуть. Половина сказала, да, что это за тренер мотивирующий, кому это надо? Она говорит, перепроверьте, вы 10 лет назад о чем мечтали? Об этом же? У вас сейчас это есть? Какая вероятность, что через 10 лет вы будете жить в вилле на берегу Средиземного моря? И идея не для того, чтобы сказать, что вы все лузеры, а ну, идея Даши, и которую я очень поддерживаю, в том, что счастье – это состояние, которое внутри тебя. Оно не зависит ни от виллы, ни от чего другого. Если у тебя есть счастье, то ты в процессе. Это же процесс, а не результат. Счастье – это вот, особенно женское, оно же это очень эмоциональное. Это, боже, какая лампочка, боже. У нас с сестрой есть такая фишка. Боже, как я симпатично шусь. Ну, и вот это и есть счастье. А вот эти все иллюзии, которые нас напихивают, что… Подожди, если у тебя нету виллы в Ницце, ну так все, ти ніхто. А я щаслива від того, що ми сьогодні тут разом. І я щасливий. Тому, дорогий глядач, хочеться побажати, щоб ви завжди знаходили щастя в собі. І в чому я більш ніж впевнений, що вечір на 8-му буде з вами завжди. Ну, майже завжди. Залишайтеся з нами.